Всем привет! Сегодня я покажу вам, как переделать фонарь такого типа, который изначально был рассчитан на питание от двух больших батарей, на литий-ионный аккумулятор 18650. Разбираем фонарь. В качестве бонуса я вам также покажу еще несколько интересных конструкций, которые можно собрать на основе этого устройства. В процессе переделки я также поменял диод. Старая матрица вышла из строя. Я вставил туда вот такой вот 10-миллиметровый диод. Он, конечно, светит относительно сверхярких диодов не так ярко, но гораздо ярче, чем вот такой маленький диод. К минусу диода я приделал штекер, который подключается на кнопку включения фонаря. К плюсу медную пластину. Внутри стоит вот такой вот модуль, который я собрал. Он, в принципе, универсальный. Состоит он из контейнера для аккумулятора. Его длина 75 мм. И такой вот вставки, длина которой 40 мм. Они соединяются, вставляется аккумулятор. Здесь крепится контроллер заряда, и у вас получается готовый модуль зарядки, который вы можете использовать во многих устройствах. Схема подключения будет указана в описании, там ссылка, вы можете зайти посмотреть схему, как правильно подключить и собрать такой модуль. Использовать вы его можете в фонарях такого типа и многих других устройствах. Этот фонарь еще с лампой накаливания 2,5 вольта. Он также работает. Также можно использовать этот модуль в радиоприемниках, которые тоже изначально рассчитаны на питание от двух больших батарей. На основе этой схемы можно собрать также такой карманный фонарик, в котором есть аккумулятор 18650, контроллер заряда TP4056 и генератор высокого напряжения с предохранителем. Так у нас получается электронная зажигалка. Надеюсь, это видео оказалось для многих полезным. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите конструктивные комментарии. Всем пока!